Всем привет! Если кого-то интересует недвижимость в современном кирпичном доме в Невском районе Санкт-Петербурга с качественной отделкой и удобной планировкой и большим застекленным балконом, то мы вам покажем на примере первого корпуса, где мы живем, ЖК Бадаева Ворошилова. Год постройки 2011, застройщик ТЭМП, здание имеет 17 этажей. Всего объект включает в себя 3 корпуса. Детская площадка, куча детей, сегодня погода хорошая. У нас сегодня выходной. Потом шаверму, не забывай. Да, потом пойдем шаверму кушать, гулять. А завтра мы пойдем спаса на крови. На крови, спаса на крови. Ребята играют, да, детишкам тут раздоля. Площадка хорошая, детская. С машинами только, как и везде, некуда припарковываться. Все забито у нас. Огороженная охраняемая территория. Во дворе детская площадка, велопарковки, паркинг. Рядом детские сады, школы, спортивный комплекс с бассейном, парк, гипермаркеты. И всего 15 минут пешком до метро «Проспект Большевиков». Сейчас пойдем домой, кофе попьем, чай попьем и пойдем дальше гулять. Пошли. Вот панорама с нашего балкона. Ну, дача, да. У нас дача, кстати, в этом направлении тоже. Вон там церковь, метро Ладожская. А вон вышка самая высокая в городе, башня. И туда мы не на дачу ездили, мы туда ездили на Карельский перешеек Солнечное недавно. Так что вот. Здесь. Я не знаю. Да уж, ты не знаешь. Учитель не знает английского.